Я сегодня гуляла в лесу в очередной раз и нашла еще одну лесную орхидею дикую. Я думала, что это ятрышник. Вот, на этот раз он оказался без пятнышек на листьях почему-то. Вот, и я решила промыть корень полностью и узнать, что же это такое. У ятрышника корешки как яички кругленькие, а у пальчатокоренника, у дактилоризы, как пальчики. И это оказалось у меня дактилориза, пальчатокоренник. Вот такие вот у него корни. Ну, не знаю, пальцы мне особенно не напоминают. Вроде бы на пальцы совсем не похожи. Вот такое вот странное из двух толстеньких конструкция у этого цветочка. И он без пятнышек. Тогда как прошлое, которое я нашла, орхидея, вот у нее такие вот в пятнышках листочки. Вот таких, как у обычной дактилоризы. А вот то, что сейчас я нашла, просто зеленые узенькие листики, хотя точно такие же. Вот так. Сейчас я их рядом посажу. Вот тут две. А вот у меня цветет любка двулистная, тоже орхидея лесная.